Торговые объекты постепенно возвращаются в привычный режим работы, однако прежде чем возобновить свою деятельность, необходимо выполнить ряд требований. Одно из таких – получить разрешение через портал «Инфо Казахстан». Я подала заявку 17.08.30. Сразу же было, что передается в уполномоченный орган. Разъяснительную работу с представителями сферы бизнеса проводят члены специальных мобильных групп. В Кокшетау их 4. В составе представителей региональной палаты предпринимателей, местных исполнительных органов, сотрудники правоохранительных органов и специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. Присутствие представителя объекта. Мы вначале проводим разъяснительную работу и разъясняем, какие есть требования для возобновление деятельности объекта в карантинный период. Значит, каждый объект должен при входе, выходе объекта, на лифтах, санитарных узлах установить антисептики в первую очередь и коврики. В основном вот объекты уже идут подготовленные, но есть моменты, где требуется вложение материальных средств, например, покупка кварцевых ламп, рециркуляторов. Напомним также, возобновлено движение общественного транспорта, заполняемость строго по числу посадочных мест. При этом необходимо соблюдать санитарные нормы. Постановление главного санитарного врача по Акмолинской области по поэтапному смягчению разрешить работу автобусного парка общественного транспорта на линии с максимальным выходом на линию автобусов, с равномерным движением, графиком движения. Все эти меры соблюдаются. График работы у нас с 7 часов утра до 9 часов вечера. В выходные дни сейчас вот работа будет приостанавливаться в данное время. До какого момента мы пока не знаем. В целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации на выходные дни будут сохранены ограничительные меры. Обязательными требованиями по-прежнему остаются ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Эти правила должны прочно войти в жизнь каждого казахстанца. Зарина Дюсекеева, Василий Вережников, Жамбыл Балтаев, Кокши Акпарат.